Всем здравствуйте! Меня зовут Виктория, мне 50 лет. Я живу в Южной Корее, но в данный момент я нахожусь в Ташкенте, у себя на родине, и я очень счастлива, что именно этот промежуток жизни я провела здесь, у себя дома. Сегодня я хочу вам рассказать о том, что я являюсь не только участником компании «Надион», я также являюсь проектом и проектом успешным. Теперь я могу рассказывать о своих успехах людям, делиться. Большое спасибо нашему президенту Ким Гиль Сопу, замдиректору Ким Ольге Васильевне. Вы проявили не только веру, вы не только верили в меня, я чувствовала родительскую заботу и внимание с вашей стороны, поэтому я думаю, что все получилось у нас. Сегодня я пришла к финишу и...